Главный объект нашей заботы – это здоровье пациента и его комфорт, говорят менеджеры компании «Медтехника Москва». На рынке это предприятие уже больше 10 лет. Компания «Медтехника Москва» является одним из ведущих поставщиков медицинской техники из КНР, а также официальным дистрибьютором компании «Риботек», специализирующейся на производстве высококачественных средств реабилитации, а также медицинской техники. В нашем ассортименте вы сможете найти как средства реабилитации, так и линейку МЧС, массажные столы, как складные, так и стационарные, а также огромный выбор медицинских кроватей, как электрических, так и механических. Вот это, например, с электроприводом. Подходит как для больниц, так и для домашнего использования. У кровати есть функции – это подъем и опускание головной секции. Также у нее есть функция для мытья головы. Есть функция туалетного оснащения. Электрически мы убираем заглушку и выдвигается само туалетное устройство. Такие кровати удобны лежачим пациентам и значительно облегчают работу тех, кто ухаживает за больным. Важный параметр при производстве оборудования компании «Медтехника Москва» – это прочные материалы. Например, вот у такого кресла-стула. Это стул Бон. Он идет с санитарным устройством, где мы сидушку убираем, открываем туалетное устройство. У этих кресел используется сверхпрочный пластик, который не ломается. Компания «Медтехника Москва» имеет контракты с крупнейшими производителями из Китая и Германии. Все предприятия имеют необходимые сертификаты, на всю продукцию получены регистрационные удостоверения. С компанией «Медтехника Москва» можно познакомиться на выставке в Сочи до 30 июня. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.